Итак, всем здравствуйте. Значит, пришла наконец-то с Давидушкой, мы дождались нашу посылочку. Заказывали посылочку в интернете «Гарна мама». Это одежда для маленьких деток. Моему Давидику сейчас 1 год и 5 месяцев. Весит он 11 килограмм 600 грамм. Рост 85 сантиметров. Всю одежду я взяла 92 размера, то есть на 2 года, поскольку он у меня такой парень крепенький, поэтому я всегда беру на пол размера больше, на размер на пол размера больше. Так, вот сам Давушка, Давунчик, привет, ку-ку-ку. Мы только проснулись, сейчас 8 утра, сейчас я вам быстренько покажу наши вещи, которые пришли. Ну, будем кушать. Так, Давчик, сейчас. Значит, первое нам пришло вот такой боди-маечка. Сейчас я разверну. От него отпал ценник. Я просто рядом его положу, чтобы вы знали, какая фирма. Все производство украинское, все фирмы украинские. Вот такая вот маечка, боди-маечка. Сейчас вот сюда на свет положу. Так. Такими вот мишками. Симпатичными. Значит, вот это с нее ярлык. Фирма называется Бэмби. Здесь на двух кнопочках. Сверху просто как маечка сделана. Очень симпатичная штучка. Тоненький катон такой. 92 размер. Так, 92 размер. Обхват груди 52 сантиметра. Вот так вот она сзади выглядит. Секундочку. Так вот выглядит сзади. Здесь застегивается такая штучка. В таких коричнево-бежевых тонах. Так, это одна. Всего нам пришло 4 вещи. Так, это одна. Следующая. Боди-гольф. Я очень люблю их одевать под курточки. Удобнее, чем одевать свитер или футболки там теплые с длинным рукавом. Мне нравится, что они застегиваются вот здесь внизу. Так, сейчас я покажу, какая она. Вот такая вот миленькая, голубенькая штучка. Такое высокое горлышко, оно здесь подворачивается. Так вот. Так вот подворачивается. Такой мишка нарисован. Здесь две кнопочки. Две кнопочки застегиваются. Давчик, не шали. Так. Так, значит, здесь производитель планета, что ли? Это планета. Размер 92, 52 объем груди. А что-то написано еще. Так, в общем, не важно. Это 100% хлопок. Так, смотрите, вот такие рукавчики на манжетиках. Так, здесь три кнопочки на горлышке. Расстегивается на три кнопочки. Очень удобно расстегиваешь, все хорошо налазит. Сзади она просто голубенькая. Покажу сзади. Выглядит.
Да, в чип не балуйся. Вот так вот она сзади выглядит. Эта водолазочка внутри немножко с начесом. То есть она такая тепленькая достаточно. Начесик. Все швы очень мягенькие, такая, знаете, очень-очень мягкая, приятная. Так, далее нам пришла вот такая классная еще штука. Тоже это бодик-водолазочка. Уже без начеса, более потоньше идет. Вообще шикарный такой вишневый цвет. Ткань называется кашкорт, хлопок кашкорт. Она сделана, вот если вот эта вот гладенькая, и вот эта вот гладенькая, это вот, я не знаю, передает камера или нет, она такая, знаете, как вот меленький рубчик. Вот если видно. Мелкий-мелкий рубчик, длинненький. Такой приятный, красивый, насыщенный вишневый цвет. Подойдет и мальчикам, и девочкам. Ну, поскольку я мама такая, люблю экспериментировать, у меня мальчик будет ходить вот в таком вишневом цвете. Тоже здесь идет горлышко, но не такое высокое, как здесь. Здесь, смотрите, вот такое горлышко с подворотом можно сделать. Здесь горлышко небольшое. Тоже три кнопочки до плеча. Застегивается на три кнопочки. Вот так вот. Кнопочки везде железные, не пластмассовые. Очень крепкие. Значит, здесь тоже одну кнопочку застегивается. Вот, пожалуйста. Вот такая вот штучка. Здесь такая милая собачка, аппликация нарисована. Она такая блестященькая. Так. Значит, фирма у нас... Сейчас я его полностью покажу, бодик. Как-то... Вот такой вот бодик. Тоже 92 размер. Фирма Smile. Обхват груди тоже 52 сантиметра. Ну, в принципе, здесь ничего такого не написано больше. 92 размер, 52. Что-то еще 24, не помню. Может, полуобхват. А, месяца 24 они написали. Рост 92, месяцев 24. И обхват груди 52 сантиметра. Виробник Украина. Вот так она сзади выглядит. Сзади просто однотонная. Так, смотрите. Это бодик-водолазочка вишневого цвета. Это бодик-водолазочка тепленькая, уже с начесом, голубенькая. Вот такая вот симпатюлька. Это боди-маечка. Такая бежево-коричневых тонах, тоненькая. Внизу на двух кнопочках. Такая симпатюлька. Сейчас давай ее шмак. Такая красота. И еще одна вещь четвертая пришла. Вот такой вот чудный человечек. Красного такого кораллового цвета. Приятного. Извиняюсь за помятый вид. Ну, я уже не удержалась, постирала его. Хочу сегодня вечером на Давида надеть. Перед... тем, как носить новые вещи, я всегда все стираю. Значит, ну, не обращайте внимания, что она мятая. Вообще очень классная, красивая вещь. Такого кораллового, яркого цвета. Такой мишка нарисован. Тоже ткань называется кашкорт. В такой рубчик миленький. Не знаю, не видно? Не видно, наверное. Вот, на манжетах, на рукавах видно. Такой рубчик. О, видите? Вот вся, весь человечек такой рубчик. Значит, кнопочки очень крепкие, железные кнопочки. Тоже обращайте внимание, кнопочки, чем чаще они сделаны, тем лучше на одежде. Человечек без ножек, то есть без носочков. Внизу, ну, голые ножки, как объяснить. Вот.
То есть носочки нужно одевать. Если холодно дома, надевать носочки. Очень часто кнопочки сделаны. Рукава на манжетиках. Это вещь без начеса, но ткань довольно-таки плотная, теплая. И в этой штучке Давид у меня будет спать. Ну, может быть, иногда бегать днем. Ну, вообще, купила я для сна. Вообще, я люблю, когда у меня Давид спит в человечках. Очень удобно, я считаю. Это тоже 92 размер. Ценник я уже удалила. 92 размер, обхват груди 52. Вот такая вот штучка четвертая. Все, всем спасибо за внимание. Будем снимать новые видео с новыми покупками. Я вас всех люблю. До свидания. Вот мой зайчик. Приветик. Ку-ку-ку. Да, пока. Будем кушать. Всем пока, приятного аппетита. До свидания.